переспали. Эверс, ты что тут делаешь? А, стоп, мы же его спасли. Эверс, слушай, ты можешь нам сказать, кто тебя вообще туда посадил и что ты там делал? Тебе еще и память стерли. Глобика, это клинический случай, что будем делать? Я не знаю, но я думаю, что его к нас. И что теперь, вот, получается, будем делать? Прогуляться сходим. Мы даже неделю не выходили из дома. Ладно. Вы все спали втроем. Серьезно, что ли? Да, сидите тут, короче, мы прогуляемся. Разведка. Черт, а где башня? Она пропала, блин, что? Да, что-то вокруг все, блин, Какого хрена? Что за руины? Тут, так, ведется стройка. Чего? Опять Найтмар, блин. Так, ага. Блок стоит, так, непонятный. Не знаю, на морозилку похож. Ну да. Так, стоп, да, а что тут? Бункер. Меня подожди. Какой-то бункер и... Водосточная какая-то, не знаю. Блин, это больше похоже на какой-то генератор, что ли. Да, что-то вообще как-то странно. Может, в лес пройдем? Мне кажется, там что-то есть. Ну, давай, он как бы сильно зарос. Ну-ка, сейчас посмотрим, что тут есть. Стой. Да. Так, что тут какие-то... Что это за тварь? Иди сюда, что это такое? Бежим. Так, подожди, я тут записку нашел, так. Так, что там? Так, это... файл. Серьезно? Он послал сюда это чудище? Ай, оно меня укусило! Оно кусается, не подходи! Ладно, идем отсюда. Ой, ну конечно же, это святая троица! Если еще у них Найтмар заправляет, то они сделают все что угодно. Может, посмотрим еще местность немного? Мне кажется, мы что-то не до... мы до чего-то не дошли. Дома никого нет. Ладно. Но дома, если никого нет, закроем. Ой, что-то мне не нравится. От наших старых друзей. Хейта не было! Что? Слушай, подожди, я вспомню, что мне Даст говорил. Он же он его лично прибил. А, блин. Ой, вы потеряли одного из самых сильных наших товарищей. Если Хейта убили, у него был камень. Ну, камень, который мог управлять вселенной там, ну ты понял, да? Который... Он сбежал, Хейт, тогда. Значит... Что? Камень у них? Да. Блин. У Хейта был, значит, у него отобрали. Надо что-то делать насчет этого. У меня плохое предчувствие. Так, срочно домой, нужно все рассказать. Подожди. Тут никого нету. Он пустой. Что? Он нас обманул. Он их обманул, по-моему. Значит, Хейт. Или они его держат под контролем своим. Помянем Дельту еще раз. Он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Так, ладно, погнали, быстрее, надо рассказать им, что мы обнаружили. Короче, мужики, все плохо. В общем так, вы, наверное, не знаете, Эпик не знает, Хейта не уничтожили, в общем. И теперь камень, который держал Хейт у этой вот всей троицы. Нам нужно что-то сделать, иначе они захватят всю вселенную Сансов. Короче, у Хейта был камень, его убили. Ну, мы не знаем, убили его или нет. Это пока что под вопрос. Хотя мне Даст лично говорил, что он его слил, но, возможно, он меня обманул. Да. Может, мы найдем какие-нибудь зацепки в твоем умершем, или мы там уже были? Не знаю, может, пойти в комнате посмотреть, может, что-то есть. Или, слушай, мы давно не заходили сюда. Может, здесь что-то будет? Надо спросить Сайенса. Ладно, давай помянем Дельту Тандионову. Пойдем. Что? Так, тут какой-то... Комп? Он рабочий? Ну-ка. Так. Да, рабочий. О, тут какая-то запись. Нет. Дельта не умирает. Дельта не умирает. Нет, Дельта, нет. 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 Блин, надо спасти.
Так, там нет никакого входа. Ладно, я пойду. Блин, что здесь произошло? Почему здесь разрушено? Надо отсюда выбираться. Быстрее, пока меня не нашли. Эх, помянем Деку еще раз. Хороший санс был. Подожди, там еще что-то, так? Че? Так. Давай, смотри, смотрим. Ты хорошо постарался, голубика. Так это все правда. Бежим, быстрее бежим отсюда. Господи. Он, по-моему, тут находится это убежище. Слушай, так получается, что если у него камень, то нам хана. И они собираются уничтожить нашу вселенную. Так, нужно знать что. Пойдем, нужно рассказать об этом Эру. Да. Погнали. Блин. Эрр исчез! Куда? Чёрт! Стоп! Так, слушай, знаешь что? Нужно больше нам добрых санцев! Это война!